Более 9 тысяч тонн курицы выпустили на рынок сельхозпроизводители Приморья в 2020 году. Государственная поддержка позволяет увеличивать производство и сдерживать рост цен. Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства Приморского края, производство мяса птицы начало восстанавливаться после птичьего гриппа. В прошлом году в хозяйствах всех категорий выпущено 9027 тонн мяса птицы, 275% к уровню 2019 года. В том числе 7410 тонн на птицефабрике «Агроптица» в Артеме. Это ведущий производитель курицы в крае. Местная охлажденная и замороженная продукция пользуется большим спросом среди приморцев, добавили специалисты. Отметим, накануне торговые сети сообщили Минпримторгу России, что производители мяса птицы и яиц предлагают увеличить закупочные цены до 10%. По словам министра сельского хозяйства Приморья Андрея Бронца, в крае на данную продукцию в ближайшее время цены повышаться не будут. Для производителей мяса птицы и яиц предусмотрено субсидия 35 рублей за килограмм реализованной продукции. Государственная поддержка позволяет не допустить резких скачков цен на рынке, подчеркнул он. В настоящее время приморцы могут приобрести килограмм курицы за 160 рублей, десяток яиц за 90 рублей. Для получения субсидии производители могут обратиться в Министерство сельского хозяйства Приморского края по адресу Владивосток, улица 1 Морская, 2, кабинет 314.